Всем привет, с вами Вика. Сегодня мы будем лепить желейного медведя Валерку. Мы будем лепить из пластилина. Нам понравится красный пластилин немного, черный, вот такие вот цвета. И зубочистки, чтобы проделать всякие мелкие элементы. Вы спросите, зачем нам нужны вот такие вот все цвета? Мы еще сделаем ему такую карамельку. Давайте начинать. Берем красный пластилин и мнем его в руках. Теперь нужно разделить это на три части. Голова у нас будет маленькая, примерно, наверное, вот такая вот. Так. Так, сейчас я лучше доски сложу. Вот досочка. Примерно вот такой, наверное, хотя я думаю, можно и поменьше. Так, теперь примерно немножко я отделяю, хотя нет, давайте поменьше все-таки сделаю. Вот я уже переделала, теперь давайте делать ему туловище, нашему Валерке. Вот такое вот туловище. Соединять пока все мы не будем. Пока не сделаем все части. Теперь у нас осталось только пластилина. Мы должны сделать уши, руки и ноги. Сейчас я сделаю из вот этой вот части, этих двух частей, частей ноги. Ноги и руки уже, наверное, медведя нашего Валерки. У нас они круглые. Кажется, надо поменьше. Все, я сделала вот такие две ножки нашему Валерке. Я уже померила, нормально смотрится. Теперь нужно сделать точно самое, только уже руки. Раз, оп, оп. Ну, вот такие вот. Сейчас примерим. Вот это руки. Ну, короче, сами все соединим. Давайте теперь соединять. Первое соединим голову. Вот. Дальше соединим наши лапки. Но я уже забыла то, что мы не сделали уши. Сейчас будем делать уши. А потом уже делать ему такую карамельку. Вот. К сожалению, медведь у нас почти получается. Остались мы сделать уши. Вот, я уже сделала вот такого вот миленького медвежонка. Есть ютубники не страйк, то, что я делаю Валерку. Потому что я его люблю из пластилина. И снимать его в своих видео не буду. Это просто мы лепим. Давайте немножко подкрасим его. И фиолетовым сделаем такие вот ушках. Все, осталось все делать спицами. Вы это можете сделать уже без меня. Но я сделаю и вам покажу, ведь нам еще делать карамельку. Все, я уже все сделала. Вот такой вот мишка получился. Ну, теперь нам нужно делать глазки. Я подумала, то, что рисовать как-то не будет не очень, так что сделаем их. Берем такие маленькие-маленькие штучки. Спрыгиваем немножко. Вперед. Ладно, совсем немножечко черного. Отговняем. Одеваем зубочистку. Хотя это совсем не очень маленькая работа. Вот, я уже сделала вот такую вот мишку. Его глазки это не очень ровные. Ой.
Вот так вот. Опять неровные. Ну ладно. Вы сделайте лучше поровнее. Поровнее. Уравнение не уже надоело в голове. Ладно. Теперь давайте сделаем ему такую черненькую улыбку. Вот такой вот у нас миленький Валерка получил. Но это еще не все. Мы сейчас будем делать ему в лапку, вот эту вот миленькую лапку, леденец. Берем черный пластилин, совсем немножечко. Раскатываем. Вот это у нас будет палочка для леденца. А леденец у нас будет красивый, он будет двухцветный. Как нас учили в садике, как делать штучку, берем. Я только одну стороннюю, то есть одноцветную знаю, как делать, а двухцветную я что-то плохо, не знаю, как это делать. Ну, сейчас попытаемся, надеюсь, вот так это делать. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. И я, может быть, еще сниму какое-нибудь видео. Такой вот у нас леденец получился. Давайте дадим ему в лапку нашему Валерке. Вот такой вот у нас поделочка получилась. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!